Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро! И смотрите, там внизу бегает Маша! Что-то там, короче, делает, деньги, короче, кидает. Но вы, наверное, уже догадались, что сегодня будет троллинг, потому что, смотрите, закат дня, у меня в инвентаре куча разных троллинг-штук. Как вы уже понимаете, я смогу становиться гигантом. Смотрите, бац! Чисто ныкаемся в лесу, чтоб Маша не спалила. Бац, бац, короче, вообще офигенский. То есть вы видите, да? У меня есть скин Алекс гигантский. Сейчас тренд, кстати, все снимают про гигантскую Алекс. И в России, и в Европе, и везде, короче. Поэтому я тоже снимаю данный тренд. Это очень интересно, популярно. Кстати, смотрите, у меня есть еще такие штучки. Если кидаешь... то она начинает дымить. Я буду троллить и кидать Машу. И, кстати, когда вы заходите вот сюда, смотрите, вы просто, у вас слепота будет, вы ничего не будете видеть. Смотрите, мир становится полностью темным. Это очень жутко. Кстати, я иногда еще буду делать, знаете что, вот такую, например, команду. Я возьму вот так. И, соответственно, пропишу вот так вот команду 57. И бац, становятся алмазы. И потом бац, и они убираются. Будем троллить. И, кстати... она может спалить, что я Евген Бро. Видите, если я нажимаю Tab, написано Евген Бро. Поэтому, друзья, я поставил мод на fake name. Поэтому пишем set. Смотрите, мы, короче, вводим команду fake name set и пишем, допустим, Алекс. И смотрите, теперь у меня написано ник Алекс, и в чате написано you name, то есть ваше имя теперь Алекс. Отличненько, ребята, просто замечательно. Теперь мы, в общем, дорогие друзья, знаете что, я забыл. Лайк прямо сейчас ставьте, чтобы троллингов было больше различных. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрите, Маша там уже не знает, что делать. Потому что она ждет меня, но не дождется, придет Алекс. И напишите в комментариях, каким монстром затроллить Машу еще. А я прочитаю ваши комментарии и затроллю ее. Так, ну что ж. Мы сейчас, знаете, будем такие, типа, пока послушаем, что она делает. Так, пока вот так встанем и просто стоим. Боже мой, что Женя там вообще придет или нет, чидачи нет. Может, пока что по деревне пошарится, а то я жду, мне кажется, он сюда вообще не подойдет. Ладно, так, тут пусто, везде пусто. Давайте, везде, знаете что, пусто. Мы встанем, ребята, вот таким образом и просто будем, знаете, на фоне стоять. Мне кажется, это выглядит ультра крипово. И будем надеяться, что через некоторое время она нас заметит. Пока не будем предпринимать каких-то действий, пока мы будем просто стоять около деревни, как гигант. Все, стоим. Так, может быть, в том доме что-нибудь есть? Пока что я ничего... Почему? А где вообще все жители? Почему, что, куда... Так, мне показалось, я что-то слышала, наверное, как всегда показалось. Чувачи, реально, где все жители вообще? Ё-май! Так, ребята, она меня не слышит, но она, отлично, она заметила гигантскую Алекс. Давайте мы сейчас переместимся и встанем с этой стороны. Смотрите, она... Не, мне все-таки показалось, мне все-таки показалось. Смотрите, она все еще думает, что ей это кажется. Это очень замечательно, друзья. Знаете что, сейчас мы, короче, пропадем. Вы спросите, как мы пропадем? Мы просто выпьем зелью невидимости. Отлично. И поставим, допустим, прямо перед носом у нее жителя. Смотрите, она типа тут... все. Баг какой-то, что ли? Только что ж была, никого не было. Я говорила, что мне показалось. Я говорила, что мне показалось. Все нормально, у меня все в порядке с головой, хотя я так, нет, думаю, мне точно показалось. Так, смотрите, спаем жить, так убираем яйцо, чтобы она меня не спалила. Так, все, летаем в воздухе, и, смотрите, меня не видно. Я в невидимке. Здравствуйте, житель. Здравствуйте. А где вы были все? Почему? А где были все жители реально? Что-то я не понимаю. Может, пролагало? А, у меня там интернет чуть-чуть лагает. Ну, понятно, почему их не было. Смотрите, ребят, ну, пока все идет хорошо. Я сейчас предлагаю, короче, выйти из невидимки. И опять походить, короче, гигантская Алекс. Она сейчас, я думаю, меня уже увидит. И как минимум будет уже на стреме. Смотрите, мы просто ходим вокруг деревни. Так. Так. Мне нужно бы сделать, наверное, какую-то эту... О, она, кажется, увидела меня, смотрите. Ха-ха-ха. Так, отлично, смотрите, ходим. Смотрите, пятится. Смотрите, прикол. Не, мне все-таки показалось. Я уверена, что мне просто что-то кажется. В этой деревне просто, наверное, какая-то аура такая непонятная. Кстати, почему закат постоянно? Ладно, короче, наверное, это мне просто снится. Мне сейчас нужно где-нибудь поспать. И вот это что-то огромное... пропадет.
так, сейчас надо стукнуть себя в бетон, чтобы попробовать, может, она пропадет. Так, раз, два, с разбегу, хдысь! Смотрите, она в стену стукнулась, а мы типа быстренько исчезли и пьем зельку-невидимку. Сейчас давайте посмотрим, что она будет делать, ну-ка. О! Ну я так и знала, что мне так кажется, мне точно что-то в голове не так, это 100% кажется. Смотрите, ребята, троллинг идет нормально. Я сейчас предлагаю еще, знаете, затроллить ее алмазами. Так, давайте мы попробуем, мы просто попробуем. Вот здесь мы берем и делаем просто алмазы. Смотрите, подождите, давайте сделаем алмазное дерево. Смотрите, она рубит типа дерево, и мы его сейчас превратим в алмазы. Смотрите, так, 56. Стоп. Что? Смотрите, она увидела алмазы. Отлично, отлично, так, ребята. Что за кошмар? Что? Да мне все тут что-то кажется, что-то все, что-то как-то я не понимаю, что происходит. Ну, раз уж такое дело. Так я же никак не вскопаю это. У меня же камня нету, а мне не то железо еще, чтобы это вскопать. Жестко. Смотрите, мы, ребята, удалились. Смотрите, Маша такая, типа, чего? Я не понимаю. Мне точно что-то кажется. Сейчас я глаза протру. Так, все, я глаза протерла. Ничего необычного, все в порядке. Я просто стою в деревне, где вечный закат, и копаю дерево. Точнее, ломаю. Смотрите, она думает, что все это и кажется. Это замечательно. Ребята, пьем, короче, молоко. Выходим из эффекта невидимости. Слушайте, по-моему, троллинг вообще хорошо идет. Так, знаете, что дальше? Так, ребят, знаете что, я сейчас опять превращаюсь в гигантскую Алекс, и мы просто будем идти на нее. Мне кажется, это будет криповато. Смотрите, дун-дун-дун. Дун-дун-дун. Нет, мне кажется, мне не кажется, что та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, отлично. Она прям реально боится. Так, уменьшаемся. И знаете что, мы сейчас опять попробуем ее потроллить. Смотрите, ну-ка, давайте посмотрим. Где она? Ну-ка, она вышла. Мне кажется, у меня больше... Мне кажется, все-таки это не глюки какие-то обычные. Мне кажется, это что-то более серьезное. Пьем, короче, зельку невидимости. Смотрите, давайте мы вот эту грядку просто расфигачим. Смотрите, она такая ходит, такая ничего не видит. Чего? Овощи! Ой-ой-ой-ой, откуда тут лава-то появилась? Что за... Отлично, отлично, ребят. Так, теперь, короче, мы пьем молоко, превращаемся в гигантскую Алекс и опять, типа, идем такие прям сюда. Бум-бум-бум-бум. Ты кто? Что тебе надо? Ты мои... О, овощи огромные, огромная редиска. Смотрите, она такая подходит к гигантской редиске и забрала. Знаете что, я сейчас включу микрофон, но сделаю голос максимально страшным и не похожим на Евгена Бро. Давайте. Так, включаю микрофон. Эй, ты! Нет, это не я. Ты зашла в проклятый Майнкрафт. Не, я никуда не заходила, я своего друга жду. Он не придет. Почему? Потому что тебе будет хана. Не! Ничего себе, это чудо это! Так, я теперь точно уверена, что у меня все в порядке с головой, просто это какой-то странный. 5 сердечек с одного чапалаха, чего? Так, отлично, выключаем микрофон. Ребята, мы ее, по-моему, напугали. Мы ее напугали, так, отличненько. Я выключил микрофон в программе, где мы с ней общаемся, и она меня больше не слышит. Но вы, ребята, меня слышите, это очень хорошо. Поэтому нам нужно ее... Знаете что, сейчас, короче, возьмем вот эти штучки. Так, мы... надо выпить зельку невидимости, то она меня увидит. Так, все, отлично, выпили. Давайте посмотрим, где она сидит, ну-ка. Так, а куда эту огромную существо... Кто выключил свет? Все, смотрите, кто выключил у ней, свет? Темнота, я боюсь темноты! Смотрите, у ней, короче, включился режим... смотрите, она, короче, забежала на жителей и просто... Кстати, смотрите, слепота реально долго действует. Так, я к вам, ребят, я ваш житель. Здравствуйте. Смотрите, она куда-то зашла, короче, с жителями базарить. Так, где она? Я вообще ее не вижу. Так, давайте посмотрим. Так, в этом доме так. Нету. А, вон. Так, знаете что, я сейчас предлагаю следующую грядочку тоже, короче, просто превратить в сгусток лавы. Смотрите, вы сейчас такие, она идет такая, типа... Смотрите, просто вообще... Что?
Что? Что? Ай, горит! Горим! Жители, бегите, спасайтесь! У нас тут смотрите, она, экстренная ситуация! Она разговаривает с жителями, но мы, ребята, пьем, короче, молоко, и сейчас просто гигантская Алекс идем на нее. Надо! Не надо тут все палить, не надо, вы что? Да вы что? Что вы делаете? Вы зачем? Это вы палите деревню? Вы что? Так, включаем микрофон, делаем страшный голос. Нет, это проклятый Майнкрафт, и тебе хана будет. Не надо, серьезно, пожалуйста. Смотрите, так, выключаю микрофон, так я провел, да, я выключил. Слушайте, по-моему, троллинг вообще идет на ура. Смотрите, сейчас мы будем ее, знаете, просто кошмарить. Смотрите, сидит такая, как этот, как мышь, смотрите, вот видите? Зырит, короче, за мной. Так, ребят, знаете что? Я предлагаю немножко ее тролльнуть следующим образом. Так, сейчас мы чуть-чуть это. Ты что такое? Так. Овечка, ты это тоже видишь, да? Мне это не кажется? Бац. О! Что за... Что? Бац! Что? Смотрите, это мы, не короче, муруем! Вы что делаете? Кто это делает? Я на вас этот... подам в Майнкрафт суд! Вы что? Так, смотрите, вот так. Пом-пом-пом. Так, не, ну я точно же, я же могу выбраться через потолок тот же самый. Все же нормально, сейчас я вскапываю, все нормально, все хорошо, все... Включаем страшный голос. Привет. Пока. Пока. Выключаем микрофон. Все, смотрите, там начинает дыметь. И просто, знаете, что мы там делаем? Дым. Это что такое? Это чья-то нога? Что это? Кто это? Я не вижу ничего. Стоп, это не нога. Стоп, это нога, но это... Смотрите. Это что такое? Мама, смотрите, мать. Она видит просто гигантского жителя. О, выход! Ура! Ё-моё, это что такое? Смотрите, мне кажется, она будет в шоке. Гигантские жители в деревне. Вы горите, вас не потушить. Вы все загорелись, вы что? Вы чего, ребята? Тушу тебя. Он того этого. Ой-ой-ой, а ты чё горишь-то? Не гори! Так, знаете что, я предлагаю просто продолжить дальнейший ролик. Так, мы сейчас уменьшаемся, пьем зельку невидимости. И теперь давайте попробуем ее по-другому потроллить. Так, а где она бегает? Как все запущено! О, давайте колодец превратим в алмазный колодец. Мне кажется, она офигеет. Так, смотрите, делаем вот таким образом. Что происходит в этой деревне? Какой? И где Женя? Блин, и почему тут все горит? И теперь это потушить нельзя. Я же стараюсь. Так. Смотрите, ладно. Сейчас, мне кажется, она сейчас спалит алмазы. Или не спалит. Стоп, что? У меня железная кирка. О, смотрите, у нее кирка есть. Что? Что происходит? Откуда? Сейчас, смотрите, она начнет копать, и мы тут же уберем. Смотрите. Ну ладно. Ла-ла. Так, ребят. В смысле достижения каменный век? Чего? Смотрите, это... сейчас начнет копать. Подожди, так. Да. Так. Я не... Так. Так, делаем снова. Смотрите, снова алмазики. Так, смотрите. Сейчас начнет копать. Ага, это что такое? Мне кажется, она просто в шоке. Эта штука испытывает мое терпение. Я сейчас обману, начну копать, а на самом деле не буду копать. Оп! Смотрите, типа пробует обмануть, смотрите, да? Сейчас как... Оп! Да почему? Тут все в лаве, мама родная, горим! Горим, пожар! Пожар, тушим! Фу-фу-фу! Что происходит, житель, да ты что? А теперь чисто с ней поиграем, называется «В огненные дома». Так, ребят, короче, пьем молоко сначала. Пьем молоко. Превращаемся в гигантскую Алекс и типа идем такие. Все. Так, включаем страшный, типа, голос. Так, идем сюда. Маша, здравствуй. Откуда ты знаешь мое имя? Алекс все знает. А я не знаю ничего. Мы с тобой поиграем в одну игру. Не хочу?
У тебя есть 3 секунды, время пошло. О! Житель, отвали от меня! А! Мама родная! Это что такое? Так, в этот дом я точно уже не забегу, надо идти в другой дом. Смотрите, нет, она просто, короче, бежит в другой дом. Так, я микрофон выключил, я выключил микрофон, отлично. Смотрите, она забегает в этот дом, и тут начинается... А-а-а! Да ёшки-матрёшки, ты что делаешь? Ты что, совсем что ли? Человек, а не гигантский монстр, как ты так? Сейчас сюда забегаем, но тут точно не будет. Всё, она потеряла, кажется, да? Она меня потеряла, правильно? Так, смотрите, она здесь... Меня не видит. Так, она где? Куда она забежала? Так, она в маленький, что ли, забежала? Я, кстати, давайте мы будем каждый просто поджигать. Ага, она меня не заметила. Да, а теперь мы поджигаем большой. Этот Алекс меня не заметил. А, нет, он меня... Вот это Алекс или оно, или она меня за... Или оно, или... А, я не знаю, кто это, смотрите, короче. Смотрите, все убегает, бежит в следующий дом. Этот монстр меня заметил. Так. Тебе не спрятаться от меня. От кого? Я кто ты вообще? Ты я кто? Алекс. А ты мальчик или ты девочка? Голос мужской, а ты кто? Я не знаю, кто ты. Так, включай микрофон, а то меня реально спали. Так, давайте поджигаем следующий, короче, дом. Мне кажется, ой... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. О, вот тут все. А тут крыши нету. Кошмар, надо отсюда убегать, текаем. Блин, она успела убежать, так сидит, бежит. Нет, тут никуда текать, больше нет, есть куда. Так, нет, последняя надежда, Верстак, живи. Нет! Она попалась, короче, ребята! Так, знаете что, сейчас, короче, быстренько превращаемся в Евгена. Так, оп. Все, типа, полё нет. Она просто сейчас может телепортироваться. Поставить, что я на сервере, так, все, ну-ка. Так, стоп. Евген, бро? Ха, а почему я могу к нему телепортироваться, если я вот тут... О, здравствуйте, Маш, как раз зашел. О, Евген, бро, своей собственной персоной. Да. Что у вас тут, что кричите, что такое? Повернись. Маш, ну я же сказал, сейчас я приду, а ты уже всю деревню загрифила? Это не я, капец! Женя! Это не я, я а с тобой Евгений, не бро. Играю. Да не я это! Точно? А, Женя? Да? А почему у тебя ник Алекс? Не, подожди. Тебя, наверное, багает Майнкрафт. Проверь еще раз. Сейчас, подожди, я, может, в меню что-нибудь, подожди, переключу, может, у меня реально... Давай. А ты у меня, знаешь, короче, я тут стояла, да, и у меня тут, короче, появлялись подожди, алмазы. Проверь сейчас. Вот сейчас у меня Евген Бро, да, вот вижу. Ну, я говорю, вот у меня, Алекс. Короче, появляются, короче, алмазы, а потом они такие, и испаряются. Понимаешь, да? То есть у меня как бы не было предметов, я копала дерево, и у меня дерево превратилось в алмазное дерево. То есть как бы, ну, а потом у меня появилась в инвентаре кирка. Понимаешь? Не, Маш, это все смахивает на то, что ты не хочешь тут, типа, это, просто в этой деревне играть, все понятно. Короче, ты меня троллишь. Нет! Ты меня что, разводишь. Я... Ты, нет, нет, серьезно. Нет, Маш, я тебе не верю, ты меня троллишь, серьезно? Короче, это 100%. Ну нет, не троллишь. Ну не могла здесь быть. Вот что ты хочешь сказать? Здесь вот было, значит, вот так, да, типа, якобы вот... Хоп, вот так вот появлялись алмазы. Как будто да. бы там появлялся вот такой дым. Как будто да. бы Алекс была вот таких размеров, короче. Да, именно. А ты откуда это знаешь? Нет, я просто предположил. В смысле ты просто предположил? Подожди, ты что, меня за придурка держишь? Маш. О, смотри, это Супермен! Где? Жди. Стоп, я не люблю. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И это был троллинг, короче, все, тикаем сервера. Тебе хана.